Творческое объединение «Шаурма», «All Night Ru», «Эстоник» представляют «Луноход ТВ». Событие космического масштаба. Дамы и господа, это пилотный выпуск программы «Луноход». Мы находимся в городе Барнаулин. Тенденция такая, что все больше и больше людей уходят от жестоких реалий жизни посредством всяческих наркотиков, алкоголя и всего прочего. Что вы можете сказать по этому поводу? Наркотиками я не занимался. А вот когда выпью, у меня все. Что все? Хорошо в голове. Хорошо. Проблемы уходят. Проблемы уходят. Да. Николай. Николай, ну согласитесь, это же кажется, что они уходят. А вот я смотрю на ваш нос, и мне кажется, что с ушедшими теми проблемами приходят другие проблемы. Да это я уделался, обослали. Ну, так надо осторожнее уходить от тех проблем в голове. Ну, может быть. Николай, а есть какие-то предпочтения? Вот вам что больше нравится? Водка. Водка? А какая именно? Ну, у меня денег немного. Паленка обычно. Паленка. Ну. Ну, паленка, интересно. А как бы, я не знаю, коньяк? У меня денег нету на виски. Нет. А, Николай, если бы у вас была возможность купить то, что вы хотите, вы бы что выбрали? Водку. Водку. Николай, отличный выбор. Спасибо вам большое. Луноход ТВ. События космического масштаба. Ого.